В свои 19 лет Роман смело может назвать себя опытным пожарным. Уже не раз боролся с огнем. Юноша, лесной волонтер, спасать лес от пожара решил после того, как спас свой дом от стихии. У нас дома, к сожалению, произошло возгорание проводки. Это было ночью. В первую очередь не растерялся. Вызвали пожарных, а в это время сами начали работать, чтобы локализовать его. А это Виктория, студентка лесного колледжа. Мечтает стать спасателем и уже делает первые шаги в будущей профессии. Говорит, ее интересы отличаются от девчачьих. Когда вот практика начинается, уже ближе к лету, то есть мы делаем боевое развертывание, там на крыше лазаем. Средства пожаротушения есть практически в каждом общественном месте. Но, по словам сотрудников МЧС, эффективно ими пользоваться могут не все. Цель этих учений – обучить молодежь правильно действовать при пожаре. Все испытания пройдены. Леса этим летом в безопасности, говорят ребята. С ними согласны и сотрудники лесной охраны. Вся спецтехника находится в боевой готовности. Персонал обучен, контроль усилен. Главное – соблюдать порядок. Больше 90% пожаров у нас, которые происходят на территории наших лесов, во-первых, пожар приходит с прилегающих участков, то есть это поля, как правило, поджог сухой травы. И в основном это является следствием того, что люди просто пренебрегают элементарными правилами безопасности пожарной. Тем временем стать лесным волонтером может каждый. Главное – возраст, минимум 18. А еще нужно пройти обучение. В Ярославской области в рамках года волонтеров на добровольную службу уже пришли десятки активистов. Дарья Кос, Сергей Мазилов. День в событиях.